Сынуль, ты уже проснулся? Каждое утро у меня голова должна болеть за нас обоих. Если я зайду, ты еще в постели, у тебя будут серьезные неприятности. И, пожалуйста, сделай так, чтобы мне не пришлось снова приходить в школу из-за твоих опозданий. Я устал от того, что кто-то нам постоянно названивает. Я сегодня опять приду поздно, ладно? Еда в холодильнике, если проголодаешься. Постараюсь вернуться к 9, хорошо, дорогой? Тогда и поговорим. О твоем отце и всем остальном. Давай поцелую. Уже почти 8, тебе пора выходить, и мне тоже. Бэгман. Возвращаюсь я из клуба домой. Такая фигня происходит. Эй, йоу! Как твои дела? Ты где был, чувак? Типа весь такой взрослый стал? Ладно, слушай, можешь заглянуть к Джозефу, перетрем такое чё. После того, как закончишь с этими своими делами. Потому что твоя мелкая жопа сегодня в школу не собирается, как я уже понял. А, лады, ты крутяк, короче, не парься, мой рот на замке. Ну слушай, я вот что тебе скажу. У меня этой херни достаточно, чтобы твой суммарь набить доверху дважды. Слышь? Я. На созвоне, малой. Окей.
Вот теперь день спасения. Второе послание к Коринфянам, 6 глава, Святая Библия. Это свидетели Иеговы. Думаешь, сам откроется? А вот и он. Вытащи его. Ладно, ладно, ладно. Не-не-не. Видишь? Я не понимаю. Такое ощущение, будто ты забыл, на кого работаешь. Или ты все это время прохлаждался. И даже ни на миг не задумался, на что мы здесь все способны. В голове не укладывается. Ни у кого из нас. Я хочу, чтобы ты послушал меня. Очень внимательно. Ты слушаешь? Поднимите его.
Да. Ты это слышал? Какого хера? Разберитесь. Пойди, малыш, дай поговорим. Дай поговорим. Сделай что-нибудь. Озвучил Лил Оси. Работа со звуком Евгений Фетчоп.